Вот сегодня ничего такого особого не готовлю. Небольшой семейный ужин, так сказать. Стандартное оливье. Там сейчас горошек еще на подходе. Вот, открою для него баночку своих любимых огурчиков. Они не маринованные, а... Я уже несколько лет их делаю, классно. За 3 копейки, считай, купила этих огурцов огромных. Тогда возмущалась. А теперь жалею, что мало взяла. Классные огурцы. На оливье и на винегрете. Вот. Сейчас будет оливьешка. Селедочка. Для нее я рассварила вот эти вот красавцы. Шубу сделаю. Типа. А для оливье у нас даже этот вот оливье. Особая колбаска. Уже готовая для оливье. Не надо долго выбирать. Целый тазик, как обычно, для нее. Это апельсинка у меня для маринада. Куриное филе у меня в морозилке было. А еще пару дней у меня стоит в холодильнике замаринованный кусок свинки в рассоле. Рассол из перца чили. Слила он там с медом, со специями, жалко. Жалко выливать рассолы. Вот с такого перчика я слила маринад. Мед и уксус. И немного специй же добавила. Хорошо так промариновалась. Просушу. Так, что ж такое? Сейчас запечатаю, потом доведу до готовности. Не знаю еще как. Может на сковороде, может и полке. Вот оно такое красивое получилось. Сейчас пропарю немножко в водичке под крышкой. На слабом-слабом огонечке. Трогается оливьешка. Куда же без оливьешки? Хоть и не Новый год. А при чем тут Новый год, если можно на каждый праздник, каждый выходной его делать? Вот, самые лучшие огурчики получаются. Вот эти вот. То, что я делала. В меру кислые, в меру соленые. Все, режем дальше. Вот, и селедочка почти готова. Шубка. Я картошку кладу на низ. Маринованный лук. Вот, потом селедка. Сейчас посыплю все это свеколкой, яичком и морковкой. American Pale Ale. Что было у нас? Хотел взять литр в подарок, но... Литр в подарок не хватило. А, закончился пивас. Это у меня поступили остальные продукты. Небольшая распаковка. И распитие. Давайте, дегустация. Вот. У меня тут сковородки. Ковараськи. И снеки. Это как они называются? Это рыба или мясо? Это курица. Курица. Ку-ку. Как обычно, батарея. Так, тортик прибыл. Тортик. Наслада. А, это фирма Наслада. Иний святковый. Ну, мне сказали, как это ромашка. Я такой, чё? Да, кстати, ромашка, да. Но пенка другая на вкус. Ой, горькая. Нормальная. Я попробую сейчас. Так я шар одетовый купил. Так, что у нас тут еще? У нас еще вот есть. Оксамитовая. Это оксамитовая, да? С желтой пенкой. Угу. А теперь будем спокойно все готовить. Так, что у нас тут еще поступило? Гниса Юрия. Так, что там еще доставать? Это что? Ага. Птичий корм. Так, куркума. И все со своей линии, да, ты бышка? Угу. Чили. Масточка. Так,
А сейчас у нас будет элитная... Перец, горошка. Элитная яешня утром. Угу. Приправа к омлету, да? Угу. И сколько завтра? И... Да хрена. Маме вермишельку на завтрак. И хлеб. Горошек тоже. Тоже свои... А, нет, вересовский. Верес. У меня оливье без горошка еще стоит. Шикарный хлебушек. Хлеб донбасский. Да? Обычно бородинский, теперь донбасский. И коньяк. О, куда же без коньяка. Майонез тоже. Вольгоград. Одесский. Ну вот, пиво вышло. И снеки на 164 гривны почти. Я еще сэкономил пол-литра. Так, еще и подарок бесплатно дали. Так. И АТБ. АТБ на 400 гривен почти. Плюс тортик. Сколько? 200? 230 примерно. 230. Все, 800 гривен. Главное не рассыпать. Потом и, и не чихнуть. Итак, птичку от меня забрали. Говорю, шепотом теперь. Вот теперь у меня мозги включились. Даже украсила шубку. Теперь заканчиваем. Заканчиваем эту песню. Я еще всегда добавляю в оливье горчицу. Это очень вкусно. Вкус получается, как у советского оливье. Теперь как это все перемешать. Все получилось. Пробуем. Оно. Цедру апельсина. Черный молотый перец немножко. Хлопья. Перчика чили. Посолить. Немного куркумы. Или карри, если у вас есть. Апельсиновый сок. Короче, Гавайи у нас вот. Я бы уже не надавила до готовности вот в этой кастрюле. И сейчас выпарила лишнюю влагу. И загущу ее в крахмал. Техническим причинам гавайи сегодня будут не на мангале, а вот на такой решетке. Посмотрим, как это получится. Уже жарили, так получится нормально. Где-то так. Как тут поживает наша буженинка? Так, или так? Пополам. Это торт ромашка? Да, торт ромашка. Это отдельным роликом можно делать.
Нет. Нет. Ладно. Бумажки нельзя резать. Свидетели сообщают о перестрелках с полицией. Масштабные обыски после налета в полицию. Кстати, классный. По-моему, с безешка даже. Типа безе. Только не прям снег, а такое более хрупкое. Клёвый, кстати, рекомендую. Как он назывался там? Иний. Святковый. Праздничный. Рекомендую к поеданию.